Привет, Ютуб, с вами Ваня, и мы продолжаем играть в Steve Galaxy. Так, в прошлой серии мы бегали в ад, зачем там? Так, ну в этой серии мы, наверное, все-таки побегаем по заброшенным деревням и, возможно, даже по городам. Я как раз увидел на горизонте. Так, там ничего нет. А заброшенную деревню. Ну, есть у меня такое чувство, что в этой деревне мы не найдем музыкальных шкатулок с алмазами. И вообще, похоже, я в этой деревне уже был. Это очень похоже на стандартную майнкрафтовскую деревню. И похоже, что здесь вообще ни одного сундука даже не будет. Так, ну... Так, база, город. Так, ну до этого города далеко. Давайте, наверное, пойдем к этому городу. В общем, увидимся у города. Так, ну что же, вот мы приближаемся. Вот так вот выглядит город. Здания сильно повреждены. А так я бы, конечно, с удовольствием поселился здесь. Знаете, как я не люблю строить. Я предпочитаю найти что-нибудь готовое. Так, но... Давайте быстренько, так сказать, совершим налет на этот город. Посмотрим, чем мы здесь можем поживиться. О, отлично. Это я удачно зашел. Так, здесь даже сундучок есть. Прикольно. Кстати, спаунер криперов. Это тоже вещь хорошая. Да, кстати, мшистый камень бы тоже пособирать. Кстати, здесь в этом модпаке отдельные правила для спауна зомбей в городах. Только я не обратил внимания. Они сильнее или слабее? Ну, подозреваю, что в городах зомби спаунится чаще. Кстати, деревенька. Так. Тут ничего интересного. Наверняка там выше еще есть сундуки, но... Если честно, я не вижу лестницы. И мне как-то не очень хочется сейчас что-то строить, карабкаться вверх.
Да, лут какой-то скудный. Так, там был еще один сундучок. Давайте вот в эти руины заглянем. В них тоже иногда бывают сундуки. Крайне редко. Ух ты, смотрите, еще одно здание. Там, кстати, очень много сундуков. Ладно, давайте в него сходим. И, возможно, даже как раз переночуем в нем. Ай-яй-яй, что такое? Какой-то странный глюк. Отлично. Что это? Так, давайте выкинем. Так, железная дверь. Это, кстати, прикольно. Из нее можно выплавить железо. Блин, прям выкинуть-то нечего. Ну, вот этот песок выкинем. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Бумага. Бумагу, конечно, я бы прям настоятельно рекомендовал собирать. Потому что, как вы понимаете, сахарного тростника в этом мире нет. Просто вообще нет. Так, вот стак бумаги. Хотя бы мы отсюда унесем. Так, мне еще интересно. Ага, энчанты. Но это мне не нужно. Так. Азот. Вода и еще что-то. Чернил, наверное, какая-нибудь. Да. Это нам не нужно. Так, вот золотой блок. Так. Ага, вот это можно выкинуть. В печках я здесь никогда ничего не видел. Глоустоун бы весь, конечно, пособирать. Кстати, ай, а может быть есть какая-нибудь машина, которая позволит вот из этих вот столов зачарования. Так, песок, дверь. Давайте посмотрим. Так, ну во-первых, мы из него можем сделать чанкладер. Прямо сейчас можем сделать. Потому что у нас есть уже одна эндерперла. Но мы этого делать не будем. Так. Мы его можем в декомпозере разобрать. И получить. Ага. То есть мы можем из этих столов добывать алмазы. Но для этого нам нужна будет еще одна машинка. Так. Бумагу мы еще можем найти, кстати. Так что как-нибудь вот так вот сделаем. Так, а остальной мусор скинем сюда. Спаунер криперов. Нет, это нам пригодится. Так, Назарак.
Список. Нормально. Так, здесь у нас что? Это фигня. Бумага. Компас. Нитки. Возьмем. И стол зачарования. Так. Остался последний этаж, на котором мы поимеем еще один алмазик. Так, это все фигня. И стол зачарования. Да, пришло время делать, заняться майн-чемом. Давайте уж, наверное, в этой серии мы этим заниматься не будем. Погуляем еще по городу, посмотрим, что оттуда интересного сможем унести. Если сможем, конечно. Ага, еще один стол зачарования, отлично. Его мы тоже заберем. Так, ну, наверное. Такс. Да, вот эти вот здания, наверное, самые полезные. Потому что, если мне не изменяет память, то столы зачарования делаются из двух алмазов. Кстати, куча обсидиана, что тоже, в общем-то, неплохо. Обсидиан нам тоже нужен. Мы, конечно, можем делать его из лавы, но за лавой нужно куда-то бегать, что не очень хорошо. А тут мы будем получать и алмазы, и обсидиан. То есть это нам как раз то, что нужно. Так, здесь мы, похоже, уже были. То, что нужно для производства диджитал майнера. Так, порох. Так, есть что-нибудь лишнее, что можно выкинуть? Палки можно выкинуть. Так. Блин, опять это... Ага, вот еще сундучок. Кстати, это, по-моему, считается домиком фермера. Возможно, здесь будут какие-нибудь семена. Да, не густо. Местом проблемы. Ну, впрочем, как обычно. Я по-другому не умею. Хавчик. Пожалуй, я даже обувь возьму.
Мне там как раз для производства одной машины нужно 3 деревянных чашки. Не придется их делать. Еще бы одну найти, было бы вообще неплохо. Так, ну, наверное, особо тут углубляться не будем. Ограничимся, наверное, только первыми этажами. Так скажем, просто посмотрим, что тут есть. Кстати, здесь пирамида. Ну, похоже, как раз та часть, в которой должны быть ништяки, у нее уничтожена. Здесь наложились два разных данжа. Так, что бы выкинуть? Опять же. Нифига себе вас тут. Вот здесь есть лестница. Можно попытаться сходить наверх. Так. Спаунер скелетов нас не интересует. Я так думаю, что если нам их понадобится, их тут будет очень много. Жалко, что нету спаунера эндерменов. Здесь, кстати, где-то есть спаунер блейзов. Так, это опять криперы, что ли? Давайте его просто обезвредим. Просто для того, чтобы он не болтался у меня везде. Так, тут у нас ничего интересного. Так, большое здание. А в нем крипер. Ну, если честно, я не увидел там ничего интересного. Так. Всякий случай. Такс. В общем, я думаю так, что алмазами мы пока затарились, но проблема в том, что я-то рассчитывал получить немножко алмазов, сделать digital miner и получить много алмазов. Похоже, придется получать алмазы с помощью химии. Вот нам и третья чашка. Отлично. Так, ну что же, давайте, наверное, потихоньку двигаться в направлении дома. Ну ладно, еще один сундучок посмотрим.
Ничего интересного. Такс. Здесь у нас что? Пауки-зомби. Это типа теплица, что ли? Пауки и еще кто-то. Скелеты. Неинтересно. Так, сундучок. Фигня. Яхта 400 метров. В общем, увидимся на базе. Так. Ну, вроде как ты бежал почти без приключений. Отлично. Так, давайте первым делом наведем тут порядок. Поставим правильную пластину, которую я стырил с другого здания. Так. Отправим в переработку. Так, столы зачарования мы пока не можем обработать. Кстати, стоило бы этим заняться, наверное. Давайте посмотрим. Так, нам нужна вот такая вот машинка. Так, железо. Блок железа. 8 поршней. Так. Не слабо. Так, и... Так, кстати, микроскоп тоже бы не помешал. Но нам... Да, короче, нужно 16 поршней. Так, где у нас кабла? Если не ошибаюсь, то это как раз... Да, как раз 16. Так, железо. Так, железо. Где у нас стек? Есть у нас... Так, отлично. Даже редстоун есть. В достаточном количестве. Так, что-то у нас тут много всего лишнего. Где-нибудь бы надо... Так, блин. У нас он прям что-то везде завал. Сложить даже некуда. Так, и тут все битком забито. Так, давайте. Ага, два блока железных. Thank you.
Отлично. Так, декомпозер. Так, железо, редстоун. Ага, придется потратить алмаз. Ну это ладно, учитывая, что с помощью этой машины мы сможем еще получить алмазов. Я думаю, можно немножко и потратить. Так, декомпозер. Так, а тем временем нам нужно собрать синтезатор. Кстати, с помощью этих машин мы теперь сможем получить саженцы деревьев, что, в общем-то, неплохо в нашей ситуации. В частности, у нас большие проблемы с топливом. Так, нам нужны карбоновые нанотрубы. Вот они. 24 штучки. Из каждой трех штучек. Мы сможем сделать. Так, у нас. Кстати, сможем, наверное, сделать. Нам выгоднее делать сразу алмазную пыль. Сколько у нас ее получилось? 8 штук. Нормально. Просто вот здесь вот для этой машины нужна алмазная пыль. Алмазы он не принимает. Нам в любом случае пришлось бы эти алмазы где-то измельчать. А, насколько я помню, вот здесь их нельзя измельчать. Да, не кладется. А, то есть мы могли также алмаз разложить на углерод в этой машинке и снова собрать уже в алмазную пыль в этой машине. Либо сделать это в пульверайзере, либо в IndustrialCraft² мессераторе. Ну, по-моему, вот этот вариант самый правильный. Тут разбирать осталось зачарование и получать сразу то, что нам нужно. Так. Ну, в общем-то, дело движется. Я так сначала немножко приуныл, когда... Слушайте, по-моему, они все стали отравленные. Такое бывает иногда. Это было у меня на Дайрвольфском сервере. Но что интересно, после того, как я собрал урожай, в следующий раз уже выросла нормальная картошка. Это, конечно, не есть гуд. Ничего не выросло. Так, в общем, ладно, давайте, наверное... Нет, мы еще одну вещь давайте сделаем. Я вот отсюда все книжки забрал уже. В принципе, мы, наверное, даже... Да, вот одна книжка есть. Чтобы нам было проще работать со всеми этими химическими машинами, нам нужно сделать
химический журнал. Если я не ошибаюсь, то делается он из стекла и обычной книги. Да. Такс. Где у нас мободроп? Точнее, куда я складываю порох? Вот сюда. Отлично. Так, пластина. На ней можно что-то зажарить. Можно вот это зажарить? Ну и ладно, пусть лежит там. Так, еще бумага. Ну, вот сюда можно скинуть бумагу. Что-то у нас ее прям много. Так, вот здесь еще немножко есть. И вот здесь. Странно, я во все сундуки напихал бумагу. Так, отлично. Немножко освободили место. Так, это у нас пришло время поесть. Как раз так. То есть нам нужен микроскоп. Микроскоп делается простенько. Единственное, что нам нужно... Так, две таких линзы. Вот это значит 10 кусков стекла. Отлично. Так, а вот такая линза. Одна нужна. Это у нас 7 кусков стекла. Так, и еще 6 кусков. Что у нас не хватает? Не хватает кучи железа. Ага. Линзу собрать надо сначала. Вот теперь мы сможем собрать микроскоп. Отлично. Так, насколько я знаю, микроскопу питание не нужно. Мачо, хорошее место. Так, то есть мы можем положить сюда вот эту книжечку. Так, кстати, что у нас? Здесь что-то написано, но слишком мелко. Я ни черта не вижу. Давайте, например, попробуем изучить алмаз. Интересно. Так. Алмазная пыль. Да, вот он показывает рецепт. Так, и если не ошибаюсь, то теперь заглянув в журнал, мы увидим... Ага, отлично. А тут еще как-то... Можно что-то выбирать. Этот журнал мы, так, соответственно, в декомпозере его нет, а вот в синтезаторе есть место для этого журнала.
есть мы в журнале выбираем, что мы хотим делать. То есть в данном случае он, видимо, он как-то... вот здесь вот показано то, что у него активно в данный момент. Соответственно, если мы сюда положим эту штуку, то у нас автоматически выкладывается рецепт алмазной пыли. Что, в общем-то, прикольно. То есть я так чувствую, что это дело даже можно будет как-то автоматизировать. Автоматизировать производство каких-нибудь веществ. Точнее, даже вещей. Так, ну и давайте, наверное, в качестве завершающего штриха сделаем себе целлюлоза. Так, это уберем. Вспомнить бы. Так, это я неправильно вспомнил. Либо я ее слишком много кладу. Да. Все, джунгловый саженец. Раз, два, три, четыре. Отлично. Мы даже можем еще. Но мы, наверное, этого делать не будем. Так. Положим обратно. Пойдемте посадим дерево. Дом я уже построил. Осталось посадить дерево. Уж сына растить не будем. Да, кстати, я сделал вот этот предсказатель погоды. Не помню, показывал я его вам в прошлой серии или нет. Да, по-моему, показывал. Вот так вот он выглядит. Ну, это интересная вещь. Красивая, но бесполезная. Так. Конечно, неплохо, чтобы саженцы при этом куда-нибудь... Да, наверное, давайте все-таки посадим это дерево во дворе. Ну, в смысле, на улице. Потому что если мы его посадим на доме, то саженцы будут падать на землю. Их будет не очень удобно собирать. Да, кстати, у нас есть алмазы. Возможно, стоило бы сделать машину, которая бы нас оберегала от непогоды. Спасибо тебе, добрый фей. Не, ну вот эти зомбики дневные. Это прям вот реальная заноза в одном месте. Вообще ничего делать не дают. Так, отлично. Да что-то, откуда ты взялся-то, а? Первое дерево на этой безжизненной планете. Зеленое дерево, в смысле. Так, ну что же, ладно, давайте зайдем в дом. И, наверное, на этом закончим на сегодня. То есть, наверное, за кадром я все-таки займусь производством диджитал-майнера, потому что ну, процесс этот долгий, нудный. В принципе, здесь ничего интересного. Все самое интересное мы уже посмотрели. Как добыть алмазы. Как получить алмазную пыль, не имея измельчителя, способного измельчить алмазы. Так. Собственно, осталась просто механическая работа.
произвести и собрать. Ну, в общем, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся в следующей серии.